Идем на прогулку с кошкой перед сном. Любит у нас гулять. Это домашняя кошка. Очень красиво гуляет. Чистил сад второй день. Не было даже времени, что снимать. Тут кое-что поубирал. У нас прохладно. Снежок выпал хороший, очень хорошо. Я, кто смотрел там на втором канале про фундук, показывал, какая земля сухая. Может, вот сейчас с этим снегом она промокнет. Вот моя деревня. Смотрите, как у нас светло отсвечивает. Видно вам. Вот небо какое, смотрите. Вот так вот убирал ветки. Вот. Рубил. Смотрите. Кое-что поубирал, убирал низко, чтобы не было пенька. То есть вот уровень земли вам видно, и вот получается нет пенька. Пни не корчую. Ну это кому, конечно, интересно, говорю, кому. Вот моя голубичка. Вот тоже, смотрите, вот так вот измельчал все. И сейчас вот будем это все потом еще складировать. Еще кое-где надо будет дорубать этот хворост. Бритка! Сейчас покажу. Еще виноград не обрезал. Вот, еще весь стоит. Еще времени достаточно, я думаю. Мы это все дело уберем. Еще виноград не убирал. Ничего. Вот сюда все это дело свозил вчера.
попилили. И вот сколько получилось дровишек. Ну, деревья, смотрите, тут видно уже вот это то, что привитое. Ну, там определенное время лет, скажем, лет 25, и надо будет, я думаю, вот это многие деревья, которые садились привитые, надо будет их убирать. Видно вам, какие они становятся, и все. Хотя, как бы, сорта хорошие, но вот так вот приходится. То есть это сады, которые не из отводка материнского, а вот которые привитые. Вот так вот многих это будет ждать. А если еще будем делать мы эти обрезки, которые нам показывают наши известные блогеры, то, конечно, еще и быстрее. Придется там лет, наверное, 10-12 и все это с садов убирать. У меня вот сейчас на обратном пути покажу вам столетнюю каштелю, которая себя прекрасно чувствует еще. Заходи, заходи. Куда идем? Гулять? Пошли гулять. Вот она любит вот так вот гулять сама. Вот ночная съемка. Видно, да, как бы, что и неплохо что-то и видно. Здесь тоже виноград не убирал еще на арке. Видно вам. Актинидию тоже не обрезал. Еще буду обрезать все. Вот так вот мы гуляем, скажи, каждый вечер. Снег отсвечивает, все видно. Да, скоро Новый год, фейерверки. Сегодня у нас 30 ноября, год 2023. Вот такая вот концовка осени.
кошка очень ловчая, и кротов она ловила, и мышей постоянно ловит. Брита! Ну что, нагулялись? Пойдем домой. Пойдем домой. Пошли, 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 пошли. Пошли домой. Все, 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 идем.